То есть любые ноты. И идея, она или вверх. А потом это развивается. А потом, значит, у нас все равно какие ноты, да? Ну да, да. Хорошо, я пойму. Да. Хорошо. А это псевдосвинг. Понятно. Здесь на той стороне считается? Да, то есть это вот, где у нас. Так. А что тут у тебя наоборот получилось? Да? Два, двойка. А это что такое двойка? А, это тройка уже. Понятно. Да ничего, я соображу. Ну да. Потом идет фаст вальс, фри и заканчиваем. А Вовка-то знает Тарасов? Нет, не знает. Тоже с места. Ну давай тогда уже вместе вот ну, да. Соображу. Это дублируется. Это дублируется. Да, это мои. А. Здесь что у нас перепуталось? А у Володи есть? Нет, у него нет. Это Владик. Саш, спасибо огромное. Да. Ребята, значит, у Лёвы я начинаю первый. И когда он говорит «можно», все, начали все вместе. Хорошо, после первой его фразы. Ну, мы их сделаем. Много ног. Много ног. Да ну ты выбрасывай, ты у него бери и складывай на. Нет, запоминай мелодическое развитие. Нет, здесь так и надо, это вот по идее. Да Владик, мы шутим, Владик не берем. Нет, я информирую. Два мелодических инструмента это всегда дисциплину требует. Поэтому мы вот эти концовки, видишь, та-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 
Вот здесь мы должны сыграть, что мы хотим. Это вы должны сыграть. Да, да, да. Я с вами сыграю. А ты не с нами. Нет, нет, нет. Ты абсолютно. Мы играем. Па-та-та-та-та-та-та. Па-та-та-та-та-та-та-та. Ты играешь. Я играю соло. Да, да, да. Хорошо. А здесь это у тебя тоже. Та-да-да, та-да-да, мы переходим на это Б. У тебя просто мы это играем Жизель, в другом охота. Темпе. Да. Та-да-дим, 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 да-да, совершенно да. Верно. Примерно. Аден написал. Да, примерно. А потом мы играем расслабление. Так, и там чик-чик-чик-чик. Да, ну это уже там, Владик, давай, это я уже буду играть, ребята, я буду с вами просто. Да, да, но только нотки надо откопировать, потому что тебе эти концовки, чтобы они видели. Сейчас. А это там. Да-да-да. Да-да-да. Да, примерно. Только там, на октаву ниже. Не отвлекает, времени нет. Тарасов, не отвлекает, времени нет. Потом попиздим. Там-та-да-там-там-там-пам-пам-пам-пам-пам. Ты четыре раза как написано. Четыре раза? У меня это вот эти хорошо, вот, вот эти вот. Это специально для этих. Да, хорошо. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Не, я не могу на этом. Я буду длинную ноту играть. Ты что? Это же не гротали. Ну, вот. На них можно только вот. Ну да, палочка. То есть та-та-та-та-та-та, вот эта фигурка. То есть это мы с трубой делаем, я с саксофоном. Понятно. Вот, поэтому нам важно координироваться. Та-та-та-та-та-та. Владик, дальше не теряй время. Дальше. Следующее, шестое, это там написано гротеск, да? То есть вот там птичка стоит там. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, да, так, да, так, да, да, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. Так, да, так, да, так, да, да, тента. Меня интересует переход. А потом развитие идет, это меня интересует переход от второго к третьему.
ты этот свой семинар будешь мне показывать сразу? Да, 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 я тебе дам буль-буль-буль, и когда как хочешь, как... третий играешь. Я, могу, я под тебя это... играю. А. Там нету ритма. А третий баллад. Супер. Да? Да, 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 там нету ритма. Понятно. Это щеточки. А мне нравится щеточками на три дня. Щеточками, хорошо, как хочешь, конечно, да? Конечно. Ага, я могу поперёд. Open, абсолютно, от славы все идет. Щетки, да, open на три четверти. Open на три четверти, да, совершенно верно. Вот. И это, теперь про шестое заканчиваю. Вот мы играем. Па-па. Та-та-та-та-та. Два, три, четыре. Та-та. Та-та-та-та-та. Два, три, четыре. Та-та. Та-та-та-та-та. Два, три, четыре. Та-та. Та-та-та-та-та. Покажем. По нам. Пач-пач. Да? Вот, то есть мы сделали кульминацию на этом три. Теперь седьмая. Та-т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 а
А где мы устроим... Чи-чи-чи, вот такие вот он делает. Болеро. Ну, болеро, а-ля. А где можно нам устроить маленький бордельчик в Вахханале? Везде будем устроить маленький бордельчик. Ты просто... Ты что, Слава? И мы здесь в этом, Слава, мы здесь кульминацию делаем. Да, я понял. Эти очеверанты сделаем. И потом переход на вот эту New Age. Точнее, не New Age, а... Такие как пассажи. Да, но это мягкие пассажи. Да, совершенно верно. Вот это будет очень хорошо. Только не забудь привет Дон Черри передать. А у меня длинные ноги на фортепиано. Alright. Тогда просто ретардан сделаем.